Видимо, что-то не засчитали. Может быть, как раз и ту поддержку, о которой я говорил. Федерико Фаэлло Массимо Скали. Тумурята Наполитана. Интересные очень ребята. Всегда интересно наблюдать, потому что у них новые элементы появляются. Неожиданные. Тоже ученики Камерленга и Крыловой и Медзандри. Федерико Фаэлло и Массимо Скалли. Молодцы. Хорошо откатали свой оригинальный танец. С эмоциями, с чистыми элементами. Нравится мне эта пара. Нравятся эти спортсмены. Интересно за ними наблюдать. Когда они катаются, хорошо. Вот как раз сегодня тот самый день, когда у них все получилось, все сложилось. У него в руках даже, господи, Каньеты. Забыл, кастаньеты. У него тоже. У него тоже. И у него, и у нее, и они так замечательно обыгрывали этот дополнительный элемент, что, безусловно, добавляло больше интереса к их танцу. Это вам не усы. Это да, вот это не усы, я абсолютно согласен. Хорошо. Что понравилось больше всего? Я так понял, что на твизлах прям вы вздохнули, что понравилось, как они их сделали. Чистенько просто сделали. Вот сейчас мы увидим или не увидим. Увидим. Чистенько, видите, параллельно. Ножку держат, ручку держат. Молодцы, хорошо. Когда хорошо, тогда хорошо. А можно в одной руке и кастаньету, и конек держать? Да можно и кастаньету, и конек, и еще что-нибудь. Не запрещено правилами. Все зависит от размера руки. А дорожки? Дорожки неплохие. Неплохие. И поддержки неплохие. Да нет, удалось.
сегодня удалось. Ну, он такой смешной в этой кепке нашелся, да. Опа. Не, молодцы, молодцы, хорошо. А Леничук почему им аплодирует? Так просто рядом оказалось. А мне кажется, что она, видимо, принимает какое-то участие. Нет? У нас нет информации. В информации точно нет. Там Власова, Крылова, Медзандри, Камерленга. Ну, судя по тому, вот, как сейчас нам показали, было похоже очень, что Наталья прямо стояла вместе с итальянскими тренерами в момент проката. Все время что-то новое он придумывает. Не теряет времени зря. Даром. 54. Хороший результат. Очень хороший результат. Но это на 9 баллов меньше, чем их рекорд. Но здесь, на этих соревнованиях, я не думаю, что это имеет большое значение. 27.